Говорит, только лица твоего видно не будет. Не важно. Уходи, уходи, не важно. Дорогой. Главное, чтобы живот был виден. Да. Главное, чтобы меня никто не укусил во время съемки. Говори. Итак. Лет 10 назад, а может даже и не столько времени прошло, я часто слышал с разных сторон, из СМИ, от не очень сведущих людей и прочее, но культурных, весьма культурных людей, которые начитаны отчасти. Вот. От них я слышал, что ну нет нового Пушкина, нет в 21 веке, а в 20-м. В 20-м, конечно, его не было, потому что все идет через век. Вот был век золотой, серебряный, но это все выдумки. Так вот, 21 век, ну, это скорее тот век, который готов породить Пушкин. Но тот Пушкин, который должен родиться в 21 веке, естественно, это не тот, который должен родиться в 19-м. Вернее, в 19-м он уже родился, и все мы прекрасно знаем, кто он. Так вот. А, ну не важно. Нет. Он родился как поэт в 19-м. Что он в 18-м родился, это правильно. Я с этими, с годами-то не в ладах, я не историк. Так вот, я не помню, кто обгадил. Он у нас в июне, он близнец. Вот что там на близнецах, что сказано, я не помню. Он родился 6 июня. Я родился 6 февраля. Вот, я водолей. И то, что Пушкин начал, я хочу закончить. Я хочу закрыть вообще, в общем-то, теорию пушкинского русского языка. Дальше может быть все что угодно, любой хаос. Я стараюсь закрыть все щели, все бреши. И я для этого делаю все, что могу. Я работаю давно. Я не сразу стал поэтом. Я, в отличие от Пушкина, оказался поздним овощем, скорее похожим на Гёте. Ну, не знаю, сколько я еще проживу, дай бог мне дожить, сколько Гёте прожил. Но уже я написал достаточное количество. Так вот, если вы ищете Пушкина, посмотрите на меня. Ну, то есть Пушкин 21 века. Другого вряд ли вы найдете. Может быть, есть кто-то похожий еще? Ну, ради бога. Естественно, внешне я совсем другой. Но в принципе, это я. Так что приветствую вас, дорогие мои. И читайте. Уже 87, ну, скоро будет 88. Вот девушка задержала, но 88-я книга моя называется «Морской синдром» на Литресе. Из них там поэтических преобладающее большинство. И будет еще, ну, я надеюсь, если Бог даст пожить, по крайней мере, еще столько же, столько поэтических сборников. Ну, собственно говоря, я сказал почти все. Мои желания не тая, я вам откроюсь. Пушкин. Я не Пушкин, я Машин. Я другой, еще да, неведомо какой. Неведомый избранник, да. Леонид Александрович Машинский. Прошу любить и жаловать. Таша Грехова, последний отметившийся оформитель моих трудов. Милая девушка. А кто по левую руку? Сергей Кочев. Неизгибаемый кандидат химических наук. Ура! Я понял, что это не так.